Привет, мои дорогие любимые. Представляете, я вышла в церковь раньше, и вот это единственное место, где есть фонари. Я прошла копалы ёл, темень, просто темень. Я сначала не обратила внимания, потому что отписывала комментарии ваши и в Инстаграме отвечала на вопросы, а потом поднимаю голову и думаю, да что такое, знаете? Калиечи тоже темень. Я уже думаю, может, вообще никогда фонарей не было. Просто что сейчас все в тучках, небо и темно, а я думала, что фонари светятся. Нет, мне кажется, светились. Ну как-то вообще необычно. Просто все в потемках. Я даже не видела, куда идти. Посмотрите, какая красота. Все затянулось, и там только один просветичек такой. Должен быть дождик, но Юлечка не взяла зонтик. А зачем? Ну, у меня капюшончик есть. Это не Стани. Вот, она сейчас делает свечи. Она говорит, вот мы берем старые свечи, да, очистили все. И сизбуну мы идем не аптенес. Хазарбуме. Это понедельник. Она очистила и вот так сделала. Честно, не знаю, как, не видела. И сейчас она будет, вчера уже сделала вот столько свечей, представляете? Вот воск разогревается. Это сразу вот наша церковь и в дворике за церковью. Сискарзаман пазаргину и аптенис дыма херкес барабер. Эвет, путем изведи конче. Воскресенье, что? Извините, я пазар ты всегда путаю. Пазар это воскресенье я не делаю. Прошим тебе заман вак. Ага. Вычин, так, пашим надо я пьеду бен онче. Yardım et, ben öğretmen istiyordum ara, iş zaman yoktu kızlar, bu için olmadı da. Ne kadar isterse ben göndereceğim Gürcistan'a da, bu ben bitireceğim şimdi, bu ne kadar aha, var, çok aha. Var. Она сейчас хочет закончить все. Она вообще грузинка, но ей почему-то легче не на русском, а на турецком. Ага, вот это уже готово. Sonra burada atıyorum. Burada su gibi olacak tekrar. И вот это. Он говорит, ну сейчас оно разогреется и будет как водичка. Из-за того, что у нас в песке стоят свечи, девочки очищают от песка сначала, а потом и от нитей тоже. Может, в воскресенье она мне покажет, как это делать. Как она? Onlar orada duruyor, anlama değil mi? Bu sıcak var, burada yapışıyor. Aa, она просто крепится к стене, потому что она горячая. Сыcak, я думаю, где там? То есть 4 раза каждую. Вот так она этой палочкой держит. 10 раз. Чтобы вот сделать свечи, нужно 10 раз. Ну, за один раз идет как 4. 3-4. То есть это каждый раз. А, сколько вот есть времени, не садятся. И вот так все делают, представляете? Это ж сколько. Сколько по времени идет, мамочка. Какие молодцы, умнички. Я всем еще раз хочу спасибо большое сказать моим подписчикам, любимым, которые привозят свечи, которые помогают нашему храму. Нам очень приятно. Так, вот я не могу так говорить, я сразу начинаю плакать. Вот. Все, умолкаю. Да, так что спасибо вам огромное. Видите, у нас такой мини-заводик. Наше грузинское общество вот, помогает нам все-таки тоже иметь свои свечи. Ну и вам огромное-огромное спасибо, кто привозит нам и помогает. Кстати, вот сейчас уже открыли вторую пачку свечей, которые передала Елена нам. Спасибо еще раз огромное. Кулагель синджаны. Ты ж наделала, такая молодец. Красиво. Теперь это топится. Дорогие любимые, сейчас пришла с базара. Вот это мои покупки. Авокадо 3 штучки на 10 лир. Он мне, как всегда, за 20 лир дал 7 штук. Как? Вот сегодня именно дал, потому что Юля пришла домой с церкви и вспомнила, что... Не вспомнила, я вообще не поняла, что у меня денег нет. Я наскрешляла 30 лир, и у меня были евро. 15 евро. Я даю ему евро... Он говорит, ну я не беру. Брат говорит, я возьму по 5. Я говорю, ты
прибалдел, 64 евро. Тут, второй говорит, так, давай, в воскресенье следующее придешь, отдашь деньги. Говорю, спасибо. Поэтому все, что было, как бы 30 лир, пошло вот на эти продукты. И то у меня еще осталась сдача, представляете? Короче, мандарины сегодня по 2 лиры. Вообще красота. И здесь я взяла у одного 1,5 килограмма, а у другого на выходе уже, на дороге прям, тоже по 2 лиры, 3 килограмма взяла. Ну, я сумасшедшая на мандарины. Бананы 5,99, ну, короче, 6 лир. Тут меньше даже, чем килограмм. Потому что он начал докладывать какую-то вообще нехорошую. Я говорю, так, не надо. Вот сколько я взяла, столько взяла. Попробовала, взяла апельсинку. Он говорит, сладкая. То есть килограмм апельсин 2 лиры. Но тут вышло 700 грамм. Представляете? Одна 700 грамм. Но он говорит, давай 50 копеек хватит. Одна 700. Да? Да. Не, подожди, Юля, ты правильно посчитала? Я не знаю, что все забавно. Короче, 50 круж. Вот это он. Так выходил. Выходило 70 круж, он дал за 50. Вот. Перец по 3 лиры. Ну, такой, такой массивный. Я сейчас говорила вам, помидоры не беру, потому что, ну, помидоры 3 лиры, перец 3 лиры. Конечно, я возьму перец. Я вообще сумасшедшая насчет перца. Вот такие прям, ух, ух. То были длинненькие, а это уже такие, как у нас продаются, нормально. Все, вот это все покупки, там осталось буквально у меня 5 лир сдачи. Ну, такая я молодец. Идти на базар, Юля, без денег. Ну, вообще. Так, сейчас поем и буду начинать уборку. Сегодня не буду готовить. Я в эту неделю очень, скажем так, мало была дома, да? Голодала. Не, ну я не специально. И поэтому у меня картошка с грибами стала. Смотрите, какой большой авокадо. Я уже начала чистить, а потом думаю, видите, черное какое? Думаю, ой, это, наверное, точно порченное. Нет, смотрю, нормально. Вот, вот такой, да? Вот здесь даже темный. Сейчас мы проверим, какой он в середине. Ну, мягкий. Сразу говорю, берите всегда мягкий. You can tell by the way she walks as she's my girl. By the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes the moon is a cheer. She's my girl, my super girl. Say it's okay. Вчера вышло. Ну, я еще иду дошивать за задник и второй чехольчик. Да. Так, мой. Это уже, наверное, обед. Завтрак. Это было. О, хлебушек, перчик, водичка и солька. Какая вкуснотища. Желаю всем приятного аппетита. И мне тоже. Какой вкусный перец. Сейчас два кусочка съела. Это просто невероятно. У них длинный, сейчас я покажу. Вот, вот такой. Вот такой у них перец длинный. И как бы, ну, в большинстве случаев такой продается на базаре. Но я просто что с холодильника, думаю, так зачем сейчас этот вытащу? Ну, он с базара. Такой вкусный, такой сочный. Ну, вы видели, да? Его мало, но он тяжелый. Вот это весь пакет, я, в принципе, думала, что, я не знаю, сколько там, по-моему, 2 килограмма. Здесь, о, я сейчас чувствую, я весь съем. Привет, мои дорогие любимые. Я сегодня решила вот этот шкафчик, все здесь перебрать. Посмотрю, насколько меня хватит. Уже вывалила все на кровать, я молодец, видите? И буду вместе с вами
собирать все обратно. Да, мы же любим разложить, а потом собирать. И много лишних деталей оказывается. И не знаешь, куда их деть. Но нужно, как ни крути. И куда мы от этого не денемся, поэтому я вас беру с собой, чтобы вам тоже было веселее потом уже. Уже шкафчик вас вымыла. Пока вспомнила, ручку крем намажу. Смотри, по-любому обязательно. Перед уборку. Как без этого? Надо заехать испытать. Вот декатлон. Это подарочно. Не подарочно, а если там гроши. Деньги есть, если. Гратис. Можно уже без карточки. Сефора. С карточкой. Надо, да. Это на мои часы, короче. Гарантия. В Китае работает. Это моя Сигорта. Вообще не знаю, за какой год. Зачем? А потому что твердые. Я же всегда, понимаете, твердые визитки оставляю. А вдруг что-то, вот что все-таки. Тоже твердо. Это надо в этот положить там, где я. Кисть Аякабы. Рива Баня. А, вот это надо. Вот это надо. Это отель в Стамбуле. Вот это я не выбрасываю визитку, она, наверное, лет 10. Она мне очень нравится просто эта визитка, понимаете? Она прозрачна. И это профессор какого-то там, ну, мозгового центра, короче. Я понятно, никогда не буду звонить, но мне визитка нравится. Ага, а это Cat Dance Shop. Это танцевальный обувь. Ладно, пусть лежит. А это можно все на... Если на новогодние игрушки, может, что-то буду думать, не знаю, что я придумала. Когда буду думать, наверное, после Нового года. Так, вот это надо.
Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла? Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино. Когда дожди, вообще вода никуда не уходит. Вот там просто машина сейчас наполовину залетела. Я просто в магазинчик иду за визиткой. Так бы я сюда не пошла. Видите, да? Отсюда видно, как глубоко. Обалдеть. А, это постелили, чтобы машины могли выезжать. Посмотрите, какая чистая улица и пустая. Обычно в это время места нет, чтобы пройти. Пусто, пусто. Но зато все как красиво светится в дождик. Отблескивает на землю. Дождь фонтанчик выключили, но свет оставили. Как красиво, да? Видно, как дождик падает. Я вспоминаю, как я на море плавала в дождь. Это было шикарно. Правда, в кепке, когда ты видишь вот эти капельки, которые поднимаются потом, когда приходит воду, они как бы назад отталкиваются. Это так очень красиво. Марк Анталий отсвечивает все на землю просто, да? Как будто на водичке. Ну, как будто, Юля, ты на водичке ж. По-другому как будет отсвечивать? Вот проходишь возле Марк Анталий и думаешь, скоро Новый год, красота какая. Да. Ладно, бегу я на прямой эфир, я вас целую.